Нежный бизнес – это сообщество единомышленниц, где можно получить поддержку своих идей, а также советы, как вести свое дело. Движение зародилось совсем недавно, в январе прошлого года. Но его участницам уже есть чем гордиться. За столь небольшой период были проведены 4 форума, большой бал, регулярно проходят вебинары. Бизнес-леди из Ленинского городского округа даже в период пандемии не прекращают свою деятельность. И многие оказывают свои услуги бесплатно в режиме онлайн. Екатерина Прологова с 2003 года профессионально занимается страховыми услугами. В настоящее время бесплатно отвечает на вопросы, дает советы, разбирает ситуации, проводит анализ действующего страхового полиса. У вас в договор включена франшиза 30 тысяч рублей. Это при убытке вы сами на 30 тысяч рублей участвуете в урегулировании. Вам это не оплачивается. Ирина по первому образованию доктор, по второму художник. Создала арт-студию «Небо», где 3,5 года преподает живопись. Сейчас она проводит мастер-классы в режиме онлайн. Живопись помогает, расслабиться и гармонизировать ваш внутренний мир. И порой даже находить новые варианты решения тех вопросов, казалось бы, сложных, которые у вас есть и которые вы не могли решить. Лана Баберия – специалист по маркетингу в социальных сетях. Она помогает донести информацию о товаре или услуге до потенциальных клиентов с помощью рекламы. Честно сказать, мы не ожидали, что желающих будет настолько много. За весь период мы смогли отконсультировать 48 предпринимателей абсолютно из разных сфер и ниш. Лидер женского сообщества Наталья Рыбкина проводит бесплатные консультации по кросс-маркетингу. Другие ее коллеги помогают разобраться в финансовых вопросах, проводят логопедические онлайн-курсы для детей. Каждый предприниматель сегодня может присоединиться к этому движению, помогая другим и имея большую возможность сохранить собственный бизнес.